Hello! Привет, Аркадий. О, привет, Ксения, привет, привет, здрасте. Слушай, давай рассказывай, как ты уехал, куда ты приехал, что произошло, что происходит там, что происходит здесь. Скажу, да, расскажу с удовольствием. Правда, удовольствия мало, что происходит в Калифорнии. Ну, это уже, как говорится, не в наших руках пока что. Вот. За 30 лет жизни в Америке я наконец-то оказался в Америке. Я хочу на нашей программе выразить мою благодарность Билл Гейтсу, Джордж Соросу и Фаучи. Мои огромные благодарности. Давайте я на английском выражу свою благодарность. Thank you, Mr. Bill Gates. Thank you, Mr. Fauci. If not you and your draconian policies, I would never know how beautiful South Dakota is. Thank you. Я им на Крисмас подарки пошлю. Благодаря я узнал, что существуют такие места, как Южная Дакота. Да? Шутка шутками, но на самом деле разница настолько большая, что можно спокойно, спокойно назвать этот штат другой страной. Я на минут, это в буквальном смысле так и есть, это без преувеличений. Вот. Ничего общего с Калифорнией Саут-Дакота не имеет вообще. Ни визуально, ни морально, ни духовно, ни политически, ничего общего не имеет. Представьте, какая разница. Я в хорошем смысле этого слова в шоке. Я помню, кто-то в комментариях написал, вот он из штата, штат бегает, там, не знаю, там, и там тоже это все будет, себе внушил, что он счастлив. Скажу так, никто себе ничего не внушает. Никто не может решать за кого, кто счастлив, кто нет. Человек сам знает, счастлив он или нет. Да, мы все несчастны из-за того, что происходит, да, везде сейчас по всему миру. В частности, вот так вот, в частности, в Европе, там, в Армении, в России, везде, да. Но я просто пришел к одному выводу, Ксения, что даже в этом обезьяннике, планете на этой, да, вот, приматов, все-таки осталось человеческое достоинство, и остались люди, которые готовы биться за свою свободу. Вот просто биться. То есть или умереть, или победить. Этого я не видел в Калифорнии. За 30 лет только вот я видел, что послушный, это же закон, это же закон. То есть каждый год в Калифорнии, в Нью-Йорке то же самое, какие-то законы проводили, что, ну, типа, знаешь, честно, вот буквально, вплоть до того, что дышал, не так подышал к стенке, да, там, не так сигарету подышал, криминал. Ты, короче, все там криминализировали, все. Практически мы к этой тирании привыкли, понимаешь, Ксения? Я жил как человек, который привык ко всему этому и воспринимал это нормально. Я даже не подозревал, что есть штат, где ты просто можешь высказаться, сказать все, что хочешь. Персонального, значит, индивидуального налога не существует, где бензин стоит всего $2, и где ты за очень маленькие деньги можешь купить огромный дом, и тебя никто не теребит, и можешь строить на территории все, что хочешь. А в либеральных демократичных штатах мы привыкли, что на все есть закон. И даже от американцев, от иммигрантов я слышал такие фразы, как «ну это хорошо, строгость – это хорошо, это законность». И никогда там никто законы под вопросы не ставил. То есть автоматически любое принятие закона гражданами воспринималось как норма. Хотя эти законы были противозаконные, то есть они перечили Конституции. То есть я делал много передач и говорил тоже, когда на митингах были, людям объяснял, что эти законы должны быть аннулированы. По крайней мере 90% из них, потому что они противоречат Конституции. А то, что неконституционное, оно не может быть законом действительно. Вот. Слушай, подожди, ты расскажи, куда ехал, сколько ты ехал. Сейчас расскажу. Значит, ситуация такая. Я всегда говорил, сейчас в предисловии, почему я хочу такое. Я помню, когда-то лет 8 назад, или уже 7, ну, неважно. Мы, когда с моей супругой только познакомились, я одну такую фразу пустил. Я очень помню, что она человек очень чистой души, и она как-то неправильно меня поняла. Я сказал, ты знаешь... Я ей сказал, говорю, моя жизнь мне показала, что самый лучший друг у человека, ну, конечно, самое главное – это здоровье, да, у человека,
самое главное, естественно. После этого сразу же идет финансовое состояние. То есть, я и сказал, что самый лучший друг для человека – это не те, кто с тобой кофе пьют, они такие друзья все сладкие, да? А самый лучший друг человека – это его собственная самостоятельная финансовая независимость. Ну, то бишь деньги. Mm-hmm. Я помню, обиделась, разочаровалась и думает, как Америка изменила людей. Я и старался объяснять, что нет, это просто реальность нашей жизни. И вот сейчас, когда это все произошло, благодаря тому, что я 30 лет работал как папа Карло, да, и такси водил, и бизнес, и потом сам начал делать. За что, кстати, наказывали меня в Калифорнии. Вот эти все инспекторы всякие, да, там Department of Transportation. На меня наручники надевали за то, что я такси водил и не в том городе кого-то поднял, да. Хотя был дождь, град, и надо было человеку помочь. То есть в этой системе я сумел как-то на ноги встать. И как я приехал? То есть мне нужен был грузовик, потому что у меня дом 4 комнаты, большой дом. Ну, можешь представить, да, сколько там всего. Она выбрасывала все, что мог. Ну, все равно, все же не выбросишь. Вещи есть, которые ты просто, ну, нужны тебе, да. Значит, я пошел тупо, купил грузовик. Вот этот большой, который у меня, я в снимке тоже фотки поставил. Купил большой, огромный грузовик, 24 фута, это огромный. Ну, как вот эти ездят на фривеях, да, вот эти большие, вот такой грузовик. В конце оказалось, что и его не хватит. Опять стал пока выбрасывать вещи. Пришлось купить еще один грузовик, поменьше. То есть я оказался в ситуации, где стал владельцем двух грузовиков. В жизни не водил таких размеров машин. Ну, естественно, все там стали, ой, как это там на грузовике будешь семью возить? Говорю, да, буду. И, кстати, такого шикарного экспириенса как водитель я в жизни не имел. Когда ты водишь большой грузовик, и этот гудок, едешь этими фурами и начинаешь обгонять. Там определенная тактика, это другой мир совершенно. Я познакомился с этим миром. Сынок сидел между нами, там сиденья такие большие, он так смотрит, радуется. Мы обижаем другой грузовик, смотрим друг на друга. Помнишь, фильм был такой «Смоки и бандит», когда там грузовик? Вот точно, было американское кино. Вот и шляпа, надо было еще банджо играть. И мы на грузовике, вот тепленький грузовик, спали то в грузовике, то на трак-стапах останавливали, спали. Ну, я тебе скажу, один грузовик я привез, второй еще там. Есть люди, которые его должны привезти. Вот. Я попал в какое-то кино. Ребята, это дикое ощущение. Ты уезжаешь, едешь по пустыням Аризоны, потом в Юту заезжаешь, потом разные штаты, ночь, ты вместе с грузовиками, много фар горит, такая машинка, как из кино. Каждый раз я спускался на бензоколонки, так смотрел, я такой, знаешь, маленький стою, там смотрю, махина такая, моя семья там сидит, говорю, да, вот это да. Это был адреналин, кстати, сплошной. Водить эту машину было намного легче, чем я мог бы даже подумать об этом. Слава богу, нигде менты, никто никому не придирался, все пошло гладко. Остановились в гостинице в Вайоминге, маленький красивый городок. И там, значит, написано было, маски рекомендуются, да, рекомендуются. Вот, какие маски, что, какое там вообще, там, нормальные гостиницы, никто тебе температуру не мерит и не проверяет, извините за выражение, конечно, там, твою, да, там, нормально все. Дешевые цены просто не сравнить. Ну, так скажу для слушателей, $55 гостиница шикарная. С двумя большими кроватями, сателлит, интернет, телевизор, все дела, $55. В Лос-Анджелесе минимум 120, плюс еще и завтрак. А я так смотрю и говорю, как 55, и она говорит, и все, говорит, да, говорю, давайте. Последний день, не доезжая до дома, мы решили хорошенько выспаться, ну понятно. Хотя я уже мог заехать сюда. Дорога продлилась сутки. Сутки, не считая тех 9 или 8 часов, которые мы провели в гостинице. Вот, я на Фейсбуке у себя выложил много кадров, как мы въезжаем, и мы въехали в Саут-Дакоту, и я понял, что я в безопасности, потому что мы уехали. Я быстро, буквально за 2 месяца, за 1.5 месяца сумел продать дом, купить дом, собрать вещи и смотаться.
И еще и машины перевезти. То есть я сделал все так быстро, что сам удивился, Ксенджан. То есть, как мы уехали, на следующий день в Калифорнию закрыли. На следующий день Калифорнию закрыли. Это было феноменальным чувством, чувство какой-то победы, удовлетворения от того, что я все правильно рассчитал, я был прав. И не просто сидел, философствовал, а сказал и сделал. Мы очень часто, да, стыдимся за свои неправильные поступки, осуждаем себя за ошибки, но иногда валим себя. Вот это один из тех редких случаев, когда я могу себя хвалить скромным. Просто на самом деле я по всем объективным меркам смотрю, что я сделал то, что до сих пор никто не сделал. Хотя люди говорили, давай уедем, поедем, тут пятое, десятое, но никто с места не двинулся. Первое бросилось в глаза, первое. Идеальная чистота. Идеальнейшая. То есть видно, что тут живут европейцы, понимаете? Они всякие там, не знаю откуда. Культура. Она не ковбойская, честно говоря. Это просто так, по кайфу. Это не такой, допустим, Техас, да, там, где ковбойские родео всякие, там акцент такой. How you doing? We're gonna get this cow. Это не так. Это западноевропейский штат. И что меня поразило еще больше всего, тут у нас в городе три шерифа. Не полиции от слова policy, а шериф. Потому что настоящий американский law enforcement, да, вот силовики, должны быть шерифами. Полиция — это придумано Англией от слова policy, то есть документ, policy, то есть законопроект, да. А шерифы, это шерифов народ выбирает. Для тех, кто не знает, сейчас скажу. Шериф, он выбран народом. Главный шериф, его выбирают. Шериф имеет право арестовать президента США, не пустить федеральные власти на свою территорию. Шериф — это полноценный хозяин своей земли. И меня это очень радует, что у нас шерифы, а не полиция. Вот, теперь, когда я заезжал сюда, я как-то переехал улицу, но новая, я не знаю тут что к чему. А у нас в горы надо подниматься с центральной трассы. Я переехал, и этот разворот был очень сложным. Я просто решил на задний дать и по задней подняться немножко по горке, да, этим огромным грузовиком. И сзади вижу, ну, машина едет, я так притормозил, и вижу, эту машину тоже притормозила, она тоже заднюю немножко дала, то есть мне место дают. Я немножко поехал дальше, и вижу, мигалки включились на крыше. Оказывается, это и был шериф. Он мне дорогу закрыл, открыл, чтобы я мог проехать. Остановил всех. Ну, видит калифорнийские номера. Там уже понял, что люди переезжают. И на следующий день я встретил этого шерифа. Его зовут Эрик. Тут их трое. Я их пригласил на армянские шашлыки. Шерифы приходят к нам, придут в гости. Я сказал, короче... Возьми, так рассказываешь вкусно прям все. Мы поговорили, никакие маски, шмуски, этой дребедени здесь нет. Короче, поговорили, я с ним говорю, короче, мы политические беженцы из Калифорнии, коммунистической. Он говорит, о, чувак, добро пожаловать, это твой дом, пожал мне руку, мы обнялись. У него дочь Дюранго, такая мощная машина, стоит там фары впереди, а мой ребенок любит это все. И ребенок пришел, ему говорит, мистер шериф, говорит, у вашей машины такое лицо злое, такое... Он стал смеяться вообще. Говорит, хоть садись внутрь там. В общем, такой был разговор. Потом узнал, как и чего тут. Я с первой же секунды, вот, мне даже самому как-то трудно поверить, что так это было, хотя я так и думал. С первой секунды у меня было такое чувство, что я здесь всю жизнь жил. Я не могу это объяснить, откуда это все. С первой секунды у меня не было этого дикого ощущения, вот куда я попал, да, там оглядываешься обычно, привыкаешь, какие-то непривычные чувства. У меня с первой секунды было ощущение, что я здесь когда-то был, что это мое. И вот это и все, точка. Зашел в тот же магазин. Помнишь, когда первый раз летом приехал в Дакоту, первый магазин, где мы остановились, и бывшая полицейская там работала, мы обнялись, я нашим сказал... цинично говорю, вот и расисты белые, вот как я не расисты. Оказывается, этот магазин, мой магазин, я живу рядом с ним, где покупаю сигареты каждый день. Эта женщина, когда меня увидела, она обалдела, говорит, подожди, ты опять здесь? Говорю, я же живу тут. Она говорит, да ладно, ты сказал и сделал. Говорю, да, сказал и сделал. И говорю, я приехал, чтобы мы бились.
Надо мэра города Рапид выгнать из офиса. Надо петиции собрать, выгнать его. Банки сделал туда. Я уже звонил мэру города офиса. И вчера мы буквально познакомились и обменялись телефонами с 5 семьями. А значит, 3 из них были из Калифорнии. Только убежали оттуда белые, тоже белые американцы. Уже 3 семьи калифорнийские здесь я встретил вчера. В магазине были тут хозтовары для дома, кое-что надо было купить. Вот. И первый раз за 1,5 месяца, Ксения, первый раз я включил музыку на полную мощность и кайфовал. Я включил Серджио Мендес, включил Квинси Джонс. Эта песня называется «The Dude». И я глушил музыкой, кайфовал и танцевал в машине, как ребенок. После всех вот этих хмурых событий в Армении, в мире и вообще ситуации, меня отпустило. Пусть меня называют эгоистом, кто хочет. Мне абсолютно до одного, до лампочки, кто что скажет. Но я скажу, когда человек свободен, мораль одна. Когда человек свободен, да, есть у него хоть какие-то финансовые возможности, неважно какие, кто-то может купить грузовик, кто-то все бросил бы, просто на поезде приехал бы, да, лишь бы был минимум какой-то достаток обеспеченный, минимум, чтобы крыша над головой, да, была. Но самое главное, ребята, свободы. Душа поет, ты свободный человек. Те люди, которые остаются в концлагерях и говорят, ну, у меня работа, у меня бизнес. Вы знаете что, косвенно, я никого не осуждаю, это мое мнение. Косвенно эти люди участвуют в сатанистическом обряде, потому что они продают свою душу из-за этой работы и карьеры. Mm-hmm. Я так не осуждаю, но я это вижу. Люди, которые плюнули на все и спорхнули, им всегда судьба даст. И запомните, слушатели, если вы плюнете на все ради своей свободы и сделаете правильные дерзкие шаги, я обещаю, вам откроется много-много светлых дверей. Это гарантированно. А если вы будете воспринимать рабство ради своей работы, карьеры, ой, у меня тут дом, ой, я, а как я могу, не могу, вы будете за это наказаны. Я это вам гарантирую, ребята. Так что подумайте сначала, что в жизни важнее. Слушай, ну ты скажи это самое, я тебя переключу, ты понимаешь, тут же эти самые женские танцы под названием «Выборы в Соединенных Штатах Америки». Moulin Rouge, ла-ла-ла-ла, да? So, как ты видишь этот кардебалет сейчас, на сегодняшний день? Это ерунда, это чушь. Трамп выиграл, я даже не обращаю внимания, там в Лос-Анджелес Таймс, там Таймс Магазин, было написано «Поздравляем 46-го президента», там это Камела Харрис стоит, фашистка рядом такая, вот мы выиграли. Это чушь. То же самое они сделали с Клинтон. Ну, скоро ты в курсе, кстати, это, что этот, как его называют, Зайса Син Цзиньпинь поздравил сегодня Байдена. Ты да, слышал? Они могут поздравлять сколько хотят. Сценарий такой, послушайте внимательно. Тянь-тянь, сён-кун, хэ-хэ-тян, маха-я, сяу-да-ку-та, скажу так, это я говорил, что Трамп выиграет и выиграл, и буду настаивать на этом. Трамп выиграл, причем с треском выиграл, там вопроса даже не может быть, это с треском выиграл, с треском. Даже либералы, которые у меня в Калифорнии соседи были, радовались Трампу, говорят, ну да, 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 говорит, там типа выборы были фальсифицированы, да, мы это все знаем, то есть это чушь. Сейчас скоро выяснится, что выиграл Трамп. И тогда начнется, зайцы, начнется такое тут начнется в этой стране. А здесь нет. Здесь нет. Здесь мы будем праздновать свободу. Вот у нас Thanksgiving. Сейчас уже мне дали приглашение в местном ресторане. Хозяин пришел, познакомился со мной, я с ним. Я говорю, я теперь, знаешь, на английском есть такое слово, так, житель, да, Москва, москвич. А на английском, например, Бостон, Бостониан, так называется. По-английски я сказал, я first Armenian Castarian. Он упал. Говорит, я приду к вам, дайте мне вашу кухню. А у него повар итальянец, американец-итальянец. Говорит, дайте мне вашу кухню, я свое мясо шампурами принесу, там на углях, мы делаем Armenian шашлык пари в этот день. Так как я первый Castarian Armenian, Кабой первый. Вот, они сказали, давай, выбирай день, когда хочешь, приходи. Представляешь, какая свободная страна. Официантка, как в России, пьяненькая, подошла такая. Чем могу вам помочь? Нормально, понимаешь, нормально все. Чем вам могу помочь?
Такая вся такая хорошенькая, красненькое лицо такое, там где-то тяпнуло на перерыве. И хозяин все. А представляешь, в Лос-Анджелесе пьяненькая подошла бы к тебе официантка. Расстрел в Сибирь, леса рубить, все. То есть тут человеческий фактор является главным законом. Человеческий фактор. А я такой человек, для меня не писаны законы. Я живу по тому, что правильно и что неправильно. Что морально и что неморально. Угу. Вот. Еще что хотел сказать. Да, цены, конечно, жизненный уровень тут намного выше, чем в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Намного. Тут у всех свои кусочки земли такие. Дома, знаешь, маленькие, большие, но дома. Да, люди живут, у них машины свои. Средние, плохие или хорошие, но это свое. Тут люди дают хорошие чаевые, они кушают хорошо, они работают хорошо и гуляют хорошо. То есть я когда проезжал вот эти части, либеральные части, в частности Неваду, эту противную пустыню, омерзительную, там написано было «Holidays are coming, stay home», то есть «Holidays», да, вот, да. А тут написано «Merry Christmas is coming». Вот так вот. Я-то никогда там христиане религиозные, но вы понимаете, я о чем говорю, сам принцип этого. «Merry Christmas is coming». Вот, никакой stay home, никакой там, не знаю, сидите дома, там, holiday какие-то, нет, Merry Christmas, Thanksgiving, турки, мурки, вот это все нас пригласили, карты дали в местных ресторанах, типа, давайте, мы вас тут ждем. Какие маски? Какой маскарад? Маски были в супермаркете, где взрослые и пожилые люди масочки одевали, послушненько ходили. И то я там базар открыл. Менеджер подошел, говорит, пред это все, надо бороться против этого. Кассирша говорит, да-да-да, вот это вот именно бред. И никто тебе там косо не смотрит, типа, а масочку вашу носик, масочку. Никто тут не такой сделал. А хозяйственный магазин называется компания Ace. Очень большой, хороший хозяйственный. Я удивлен вообще, кстати, тут все есть в этом городке. Какой маски, какой противогаз. Ни клиенты, ни работники, никаких масок. Даже больше скажу, когда я сказал, что там живу, и мы поговорили насчет New World Order, да, новый мировой порядок, чуваки там обняли меня, мы там со всеми обнялись. Девочка тут говорит, о, или дома, говорит, там-то, там-то, говорит, ой, это ваш грузовик там стоял, 10 машин шикарных, маслкаров, то есть, интересных. Я говорю, да. Ой, это вы, а мы думали, кто это? Ой, как хорошо, обняла, говорит. Добро пожаловать, значит, в наш сосед, наш, ну, neighborhood, соседство. Еще, если что надо, скажешь, понял. Такая на русскую была, похоже, такое русское лицо типичное. Я говорю, ой, ты тоже, говорю, наш дом открыт, любой момент, что надо, заходите. Говорит, то же самое и ты. Ее тоже пригласил. А соседи подъехали на второй день. Муж и жена, Гэри и Трейси. Нам такой пирог принесли. Такой, знаешь, из мейпла сделанный. Такой сладкий. Такой. Принесли. Я им говорю, короче, шашлыки. Армянский шашлык кушаль. Они, нет, покушаешь. Нам нужно столик купить, чтобы, ну, я организую большую эту самую застолье. Шерифы, мерифы, короче, там все. И будет самое. Вот так вот тут, как говорится, с соседями, с людьми организовывать. Уже 6 телефонных номеров взял. Люди согласны идти в school district, в школьный, значит, департмент, чтобы детям хотят маски напялить. Мы пойдем им дадим отпор. А потом уже города Rapid City. Если получится со временем, я обязательно свою кандидатуру буду здесь выставлять куда-нибудь. Или в City Hall, или куда-нибудь. Обязательно я здесь буду заниматься чем-то политическим. Не потому, что мне это надо, я какую-то карьеру делал, наоборот. Чтобы была какая-то легальная сила противостоять этим мразям. Mm-hmm. Мою родину последнюю. Никуда я уже не сдам. Уже отсюда ехать некуда. Тут будем насмерть биться. Вчера один парень, с которым познакомился, Кертис, он все тоже знал, говорит, как хорошо, что такие, как ты, приезжают сюда. Ребята, он говорит, мое оружие, твое оружие. Я говорю, а мое? Твое. Говорит, вместе с этими грузовиками закроем дверь, чтобы ни одна собака сюда не полезла. Говорю, мы сделали друг другу хай-файв. Очень трогательно было. Еще момент был, он меня до слез довел, когда вот были в пиццерии, эта девочка. Я говорю, а потерял родину уже, Армению. Она говорит, да, я слышала, видела, там вообще кошмар. Говорю, и потерял вторую полуродину, Калифорнию, говорю. Вот это и есть моя земля, говорю. Это моя единственная родина, на которую я могу вложиться в нее.
И она так подошла, меня за руки взяла, посмотрела мне в лицо и говорит: добро пожаловать в родину. У меня прям, знаешь, слезы были. Слушай, скажи, ты после, скажем, выборов, после уже каких-то объявлений официальных результатов, что ты ждешь? Что ты думаешь будет? Страшные погромы. Будет гражданская война. Калифорния, Нью-Йорк, все начнется там. Памятники крушить, грушить. В общем, пожары и стрельба, все будет. Все самое плохое. Угу. Ну, ты знаешь, что сейчас Европу качают в разные стороны, то есть какие-то страны опять что-то закрывают, какие-то там пытаются что-то приоткрыть, чего-то вот это вот все. Как ты считаешь, на твой взгляд, это связано вот с этими качелями выборными в Америке? Да, не только с выборами. Пойми меня правильно. Европейцы молодцы. Они проснулись в больших количествах, просыпаются европейцы. Нам медиа не показывает, но лично мне посылают видео, снятые с балконов, с места, с улиц. Очень много протестов. И в Польше, и в Болгарии, и в Германии, мы все знаем. Сейчас там судебное дело открыли в Германии. Здесь уже суд подают. Я все-таки, будучи реалистичным человеком, да, скажу, в то же самое время я оптимист. Хотя и пессимизма бывает много, но я думаю, что очень многие люди просыпаются. Я думаю, что их план не пройдет. Все-таки в итоге начинают... О, вот сегодня смотрел каждую ночь, я питаюсь этим источником, Corbett Report. Uh-huh. И он очень детально описал все, и сколько просто людей, и показал много европейских стран, люди тоннами вышли на улицу, просто не подчиняются. И вот этот процесс пошел, его не остановить, не остановить его. Даже в этой тупорылой Калифорнии, да, в бараньей ферме овцов, все равно там сейчас уже протесты страшные. По телевизору не показывают. Я держу пульс, значит, этого дела, да, руку на пульсе. И окружили, значит, дом губернатора этого Ньюсома, подонка. Очень много окружили его дом. И все видео выходят на Фейсбуке. Может, и тоже я буду ставить у себя на странице. Люди начинаются. А в Нью-Йорке еще лучше было. Хозяева бизнесов, значит, погнали инспекторов этих health department'а. И полицейских погнали всех оттуда. То есть нью-йоркцы тоже не совсем, знаешь, все быдло. Там есть Нью-Йорк, you know, Нью-Йорк, it's Нью-Йорк, Тони, what you doing, Нью-Йорк. Там тоже с ними шутки плохи. Mm-hmm. То есть идет процесс. Mm-hmm. Я думаю, что у них не будет успеха. У них просто не будет успеха. Они... Какой закон в Германии принят? Ну, как, ты знаешь, как, вроде бы приняли, но не совсем принят. Ну, как, там они, значит, я тебе скажу, они приняли не то, что закон, поправку к закону вот этого здравоохранения об инфекциях, об эпидемиях. Да. В общем, там они внесли такие пункты о том, что, значит, ну, первое, что 50 человек на 100 тысяч инфицированных, и все, он вступает в силу, сам понимаешь, да? Да. То есть, второе, значит, что имеют право, то есть они все закрывать будут, опять все это, маски узаконены, дистанции узаконены, все узаконено, ограничение контакта и в скобках, и в приватных помещениях, то есть дома. Да, да. Ну это, я тебе скажу, Ксения, это не страшно, это будет пушить людей еще больше. Надо смотреть обратную сторону. Чем больше они будут это делать, тем больше они получат отпор. Понимаешь, я о чем говорю? Даже масочники, вот здесь масочники, пару масочников встретилось, да, я спросил. Они верят, что маски помогают, что... но они говорят, насилие мы не воспринимаем. Понимаешь, уже такой процесс пошел, что масочники скажут: wait a minute, то вы что ко мне домой-то лезете? Да, там, к примеру. Или мы 5 масочников хотим собраться и обсуждать маски. Почему не можем нас быть 5? То есть я в этом вижу положительный, в будущем положительный ответ на все это. Потому что овца не проснется, пока уже до конца ее не прижмешь. Понимаешь? То есть есть всему предел. Есть предел. И ничего беспредельного не бывает. И я вижу, просто вот вижу, как люди начинают уже, даже масочники, сопротивляться насилию. То есть, ладно, поняли вирус, ладно, поняли маски, все хорошо, но а это что такое? То есть, как закрыть бизнес? Я нищий, я не могу уже жить, все, я уже на краю пропасти. Обычно биомасса
просыпаются, когда это касается их желудка. А это уже началось. То есть по-всякому будет сопротивление, по-всякому, понимаешь? Эти законы, то, что они сейчас делают, мы можем сидеть всех пугая, да, с тобой, Ксения, говорить, вот этот закон, а там что делают, а там что делают. Ничего подобного. Надо на это смотреть позитивно, потому что отпор на самом деле уже будет больше. Отпор создается уже. Очень много. Даже в Калифорнии моя соседка, масочница, говорит, ну это уж чересчур там, ну это тоже чересчур, понимаешь? То есть их уже касается это. Уже ладно, масочников. Да, уже масочников касается. Ладно, там масочник не против надеть масочку, там шилдик поставить, да, там презик одеть на голову, все аккуратненько, там форму такую космического, значит, этого летчика, пилотника там. И да, и ходить на пятках, чтобы меньше земли касаться, потому что там с пятками очень вирус пройдет, да, там нагнутым ходить. Ну да, 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 ну да, да. Когда ты говоришь, что вот мы тебе придем домой, чтобы ты дома не общался, понимаешь, вот эти вот draconian laws, это уже вызывает даже у масочников протест, а потом уже этот протест перейдет. А может, нас обманывают? А может, на самом деле цель этих масок была, чтобы к нам домой ходили? То есть определенная цепочка произойдет событий, которая даже самого последнего барана разбудит. Хоть какой-то клубок уже оттуда пойдет. То есть есть хороший шанс у людей проснуться. У той спящей массы, которую мы с тобой просто не можем будить. Не получается. Так что эти законы, они, в принципе, дают пользу. Будет обратная реакция. То есть это чем хуже, тем лучше, да? Да. Потому что лучше не будет никогда вот в этих, да, вот странах и местах, где люди спят, пока не будет очень плохо. То есть посмотри, что произошло. Возьми аналогию Советского Союза, да? Пока всех по ГУЛАГам не запихали, геноцид тем не устроили, не началось период процветания, когда у нас уже искусство стало развиваться. Мебель, одежда, женщины стали краситься, им сказали можно. А до этого была косынка, да, тачанка и трактор. Это был сейчас определенный у нас сейчас новый такой, скажем, тренд, сейчас определенную публику это опять. Это там мы за Сталина. Давай, come on. Да, это такой круг, знаешь, история, она же спиральная. Да. Возрастает и просто идет повторение того же, значит, той же метки на спирали, только на другом уровне. И сейчас мы уже доходим вот до этой вот гулагской, там, китайско-диктатурской, там, немецко-фашистской вот этой вот ленты, черты, только на другом уже уровне это поднимается. И, естественно, что будет очень плохо до того, как будет хорошо. Потому что, к сожалению, люди вовремя не просыпаются, вовремя не понимают. И такие есть в моем кругу тоже. А, скорее всего, были. Тут у меня сейчас никого нет, никого видеть не хочу, кроме очень таких избранных нескольких людей. И разговоров я, знаешь, такой парень не очень стеснительный. У меня проблем нету. И я очень много общаюсь с людьми, чем больше, как могу, да. И чем больше я общаюсь, тем больше понимаю, что в таких маленьких штатах, ну, они маленькие не по размеру, а по населению, я имею в виду, людей не испортили. Один пример тебе приведу. Вот это либеральная идеология до чего привела. Например, в Лос-Анджелесе молодые девочки, да, они придут, провокативно оденутся, покажут все свое тело и специально разговаривают вот так, вот и вот так вот на тело там намеки дают, типа, посмотрите, что у меня есть. Вот, а. И они испорчены в том плане, что у них сама цель быть голливудской звездой, быть популярной, быть красивой, быть сексуальной, привлекать мужиков. У них, я уже последние 30 лет сделал такую формулу. Женщины, девушки в Лос-Анджелесе хотят выглядеть хорошо, чтобы подразнить как можно больше парней и одним пойти домой спать, чтобы их никто не тронул. У них уже не нужен мужчина, им нужно их подразнить, убедиться, что они сильны, что мужики все их хотят, но они сильны, они пошли домой одни спать. С кошечкой или с собачкой, там, или с попугаем, или с румейтами. То есть уже идет там ненависть, вражда подсознательная, какая-то месть по отношению к мужскому полу. Это нормально в городах. Поэтому я по счастливой судьбе встретил мою прекрасную супругу вне территории Калифорнии, да.
А здесь я увидел этот старый добрый почерк девочек с добрыми открытыми улыбками, с шикарными фигурами, породистые, знаешь, вот, видимо, на лошадях, когда ездят там или там, ну, фермерские такие, породистые женщины. Моя супруга меня сейчас не слушает, хотя потом передачу увидит. Но она понимает, что я имею в виду. Такие породистые женщины, знаешь, на лицо смотришь, это женщина. У нее нет цели добить мужика, измучить его, там, что-то доказать, там, знаешь, вот этот вот гадкий феминизм, который у них есть. И я увидел этот, вот этот дух, это та женственность, которую я до сих пор встречал в России, не в самом центре Москвы, ну понятно. То, что, допустим, в тебе, то, что я увидел в моей супруге, что очень привлекает мужчину, которому приятно общаться с нормальными женщинами. Вот это было самым главным. По поводу, раз мы заговорили о телах и все такое, тоже в Германии сегодня очередная, значит, у них, по-моему, уже вышло, они теперь демократичные законы, значит, шлепают, там же демократия, если, ну, ты знаешь, да? Значит, что произошло всех этих, которые раньше были меньшинствами, ну, это уже, ты понимаешь, давно не меньшинство, которых там в ГДР прессовали что-то, да? Значит, их срочно реабилитировать, поставить им памятник и на каждую такую жопу по 3000 евро. Ты понимаешь, что сейчас немцы сидят, а обанкроченные в безработице, в масках и во всех делах. А у них вот главный вопрос, как Федорчукам помочь. Я это, Сири, это что, гусей дразнят, что ли? Я что-то никак понять не могу, что это такое. Есть программа расстройства семейных ценностей. Не забудь, что самое главное зло, то, что сейчас все происходит, исходит из центрального банка. Не из денег, как многие люди понимают. Деньги – это хорошая вещь, ребята. Зарабатывайте на здоровье, деньги вам будут служить. Я просто предисловие такое скажу, чтобы не было ни до понятия. Я человек и духовный, и материальный, и нечего попадать в крайности, что если ты духовный, материальный не имеет значения, если ты материальный, значит, ты бездуховный. Чужие-то. Человек должен иметь баланс. Правильно? Мы и мясо кушаем, и траву кушаем. Да? Мы на многое способны. Человек универсальное создание. И везде должен быть баланс. Можно и травку покурить, можно и винцо попить, но все надо делать в меру. Можно и разозлиться, но не стать каким-то злым убийцей. Можно кому-то и по морде дать, но не добить и не убить. То есть мера должна быть во всем. Можно и любить, но иметь свои правила, свои требования. Это касается нашей любви к детям, да, или даже к друзьям. То есть у человека должна быть мера. Деньги, которые сейчас вот так из ура печатают центральные банки, это и есть присутствие центральных банков и есть корень зла. Пока мы не изменим банковскую систему, еще раз повторяю, чтобы каждое правительство национализировало свой банк и, значит, издавало бы деньги, основанные на золоте, серебре, платинуме, там, нефти, чтобы обязательно деньги были обеспечены чем-то реальным. Это полностью приостановит возможность какого-либо банка печатать и давать эти деньги, вот как ты говоришь, этим меньшинствам, в кавычках, финансировать войну, финансировать Black Lives Matter, финансировать 5-е, 6-е, 10-е, или же давать деньги авиакомпаниям за убытки. Но сказать, чуваки, вы должны требовать, чтобы всех была температура измерена, бумаги от доктора и маски носить. Если бы этого не было, то никому из своего кармана эти деньги не дал бы. Но так как они печатаются, они могут обанкротить тебя, меня, но напечатать столько, сколько надо. Откупить Amazon, откупить Target, откупить Walmart. Там, не знаю, откупить там в Германии какой-то Sichtdochenschachten магазин сетевой. Кого надо, называется bailout, откупить, потому что напечатают эти деньги. А кто им не нужен, засадить, завалить и все, уничтожить. И опять-таки, это все результат присутствия фальшивой денежной системы. На английском это называется fractional reserve system. Это криминально. Поэтому сейчас люди в панике вкладываются в недвижимость, в золото, в серебро. Я призываю еще раз, у кого нет возможности купить что-либо, какую-нибудь недвижимость, покупайте золото, серебро. Не бойтесь, оно может быть спекулировано, цены могут немножко упасть, но не трогайте, оставьте, пусть будет, потом будете спасибо говорить. У меня лично на руках наличных денег практически не осталось.
после переезда, после продажи и покупки этого дома и двух грузовиков, даже трех. Еще Toyota тут купил, которая в гараже была. Мне нужна тут машина, вездеход для зимы. На своих других коллекционных машинах я не буду зимой ездить, сгниет все. Я вложился в 3 грузовика, купил дом. Остальные вклады мои вот тоже не в денежной форме, потому что скоро будет гиперинфляция. Поэтому и закрывают бизнесы под соусом ковида. Им нужно, чтобы financial reset, называется reset, то есть аннулировка. Об этом уже говорят откровенно, говорят везде. Жаль, что у меня нет времени перевести на русский язык, но вышел шикарный документальный фильм, который тоже сделал Корбет, где все их слова, все документы подробно, мелко объясняют и показывают, что у них одна и одна только цель – полностью оголить народ. То есть разрушить экономики везде, везде, по всем странам. В частности, это касается богатых штатов у нас в Америке, которые, например, Калифорния была, если не самым богатым, то одной из богатых штатов, где и сельское хозяйство, и промышленность, все было. Им срочно нужно разрушить экономику, это называется деиндустриализация. Поэтому потепление, вот эта вся программа, чтобы закрыть производство угля, энергии, consumption. Короче, они приводят мир к обнищению. А за счет этого вот хозяев богатеет. Ну, естественно, они используют марионеток как Пашинян, марионеток как Путин, он же тоже марионетка, естественно. Алиевы всякие там, макроны, макароны, лапшу, весь этот мусор. Дело в том, что мы должны быть умны, не только бороться, выходить на протесты и срывать маски, мы также должны позаботиться о своем финансовом будущем. Вот наша с тобой помощь в этой передаче как раз пусть будет добрые советы людям, как защитить себя. А это будет обязательно, пусть никто не сомневается. До сегодняшнего дня, Ксенджан, я не хвалюсь, ты будь судьей нейтральным. Что-либо, что я говорил, не получилось до сих пор. И вот что-либо из того, что я говорил и предупреждал, хоть что-то я не так говорил. Говорил, как Армению сдали. Говорил с первого дня коронавируса у Веселовского, где 1,5 миллиона человек смотрели видео, почему это делаете, к чему это будет вести, что нас не отпустят. Говорил, так оно и есть, так оно и есть. И вот сейчас тоже говорю, ребята, если есть какие-то сбережения, не оставляйте в бумажной форме. Это касается всех. Жителей России, Европы, там, не знаю, Армении, США, всех. Вкладывайтесь, сами разберитесь, куда вложите, чтобы не потерять все, иначе будете полностью нищими. Полностью. Буханка хлеба будет стоить $10. Примерно, грубо говоря. И как будете выкручиваться? Работы нет, все закрыли. Будет ужас. Будет страшный, кошмарный ужас. Он обязательно будет. Вот так вот. Как ты сказала, будет очень плохо после до того, как начнется хорошие времена начнутся. Да, будет очень плохо. В таких штатах, где живу я, этого не будет. Вот тут у меня там поле, там пшеница растет. У меня во дворе индюшки бегали вчера. 9 индюшек. Я так на машине заехал, и так индюшка. Индюк самый большой, главарь, вождь, так на меня посмотрел. Я там, привет, чувачок. Скоро на кухне будешь. Тут недостатков пищи не будет. Но в больших городах это будет что-то страшное. Бегите из больших городов, ребята. Не важно, в какой вы стране. Бегите. Будете потом жалеть. Оставьте вашу эту работу, карьеру, все, что есть. Оставьте, убегайте, пока не поздно. Будет очень плохо. Аркадий, на этой счастливой ноте мы с тобой сейчас простимся ненадолго. Я была очень рада тебя видеть. Спасибо, что ты рассказал, как ты добрался. Я очень рада за тебя, что ты счастлив, что у тебя все в порядке. Пока ты будешь там обосновываться, мы с тобой еще будем выходить на связь, и ты будешь рассказывать, в общем-то, насколько понравились американцам твой армянский шашлык. Я буду рассказывать, какие методы борьбы мы здесь применяем, и мы будем тут очень активно защищать эту землю. Я вот говорю, вот, это последняя земля, которая есть, которую я лично буду защищать, биться до смерти. До смерти. Я не позволю никак, чтобы здесь повторилось то же самое, что произошло в Калифорнии или в других местах мира. Вот так, ребята, приезжайте сюда, кто может, чем смогу, помогу, будем большой, хорошей армией. Люди тут нас воспринимают, так что не бойтесь. И что я могу сказать? Удачи нам всем. Не сдавайтесь.
будет плохо, но зато потом будет хорошо. Я вижу хорошее во всем этом. Давай, I'm cowboy. Давай. First Armenian cowboy at your service.